Быстро, 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 пожалуйста, пожалуйста, только успей, прошу тебя, блин. Прошу просто. Есть вещи, вижу, вижу. О, чуть не упал, отлично, все, быстренько, сейчас бегу, 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 бегу. И подбираю свои вещички, наконец-то, крипер, блин, собака. Убил меня с железки, блин, вообще жесть, я не знаю, что даже сказать, да. Так, все, есть какая-то броня. Что-то даже взорвалось. Так, умирай, умирай, пожалуйста, умирайте все. Три хп опасно. Так, еда, 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 опасно. Сейчас осторожненько поедим. И ничего страшного не будет. Или будет. До свидания. Все, прячемся. Может поспать? Не дают. Твои. Блин, так, пока что все меняем, да? Да, тихо, тихо. Полегче. Через паутину стреляют. Блин. Так, ладно. Ну, ждем утро, что я могу сказать. В принципе, оно уже и начинается. До свидания. Да пошел лифт, и вы, блин, отсюда от меня. Надоели, блин, реально, блин. Страшно, блин, с этими жителями, блин. Мне так повезло, блин, вот с этой зомби-деревней, блин. Я думал, обычная деревня нормальная. Оказалось, блин, подстава. Я даже не знаю, что сказать. Да. Грустно, что я могу сказать, да. Правда грустно, седла я найти не могу, чтобы покататься на страйдеров. Все-таки я в прошлой серии уже так намучился, то что я все-таки хочу уже гребаное седло получить. Вот это было страшно, конечно. А, у меня земля есть, нормально, поднимемся. Фух, поднимаемся, что я могу сказать еще, блин. Подняться, все, давайте, погнали. Будем в домах что-то искать. Хотя вряд ли здесь что-то есть. Бля, они так застряли прям. Интересно. Где они застряли, кстати, там нету этого самого. Нету. Нету сундуков. Прям это самое. Прям говорят то, что здесь ничего нету. Нету смысла нас убивать. Так. Вот. Это фигня. Да, я знаю то, что в этих сундуках я вряд ли седло найду. И, скорее всего, так и есть. Потому что я, правда, ничего не нашел. Ладно. Я не знаю, погнали куда-нибудь в другое место. Арбузы, смотрите, нашел. Неплохо так. Поесть могу. Но у нас хотя бы хлеб сейчас появится, да, сном сена. Это ж тоже неплохо. О, что за биом? Это цветочный, что ли? А, нет, обычный. Блин, красиво. Мне главное, блин, сейчас не потерять свое место у портала. Да. Ну, вроде координаты там у меня точно должны быть. Но это тоже не точно. Поэтому интересно, конечно. О, смотрите, пчелы. С пчелами я не играл. Вот они, пчелки. Здрасте. Здрасте. Я мимо просто прошел. Так, ну давайте искать еще одну деревню или данж. Я, конечно, наверное, больше на данж надеюсь. Потому что в данжах намного чаще попадается седло, чем... В деревне. А хотя что в деревне-то оно попадется? Я думаю, то, что надо искать и данж. Только где, блин? Я что-то иду, иду, ничего не нахожу. Так, это у нас море какое-то. Ну нет, тут ничего нету, хотя вижу корабль. Да, в корабле тоже какие-то крутые вещи могут попасться. И вот это тоже подозрительно. Смотрите, камень. Лава. Ладно. Ладно, это ладно. Смотрите, корабль не под водой полностью. Он здесь. Так, только сундуки, по-моему, все-таки под водой. Так, а как пробраться вниз? Так, а? Ох ты ж! Нифига себе вещички-то. Неплохо. Изумруды тоже неплохо. Где второй? Неужели второго нету? Это как бы не трагедия, но все равно как бы хотелось бы найти. Ну нету, наверное. Так, а как подняться теперь? Вот так вот. Ну, видите, сундучок. Неплохо, неплохо. И нету тут ни хрена. Ну, хотя, в принципе, смотрите. Шелковое касание! Вот это тоже очень круто. Вот это, конечно, вообще четко. Шелковое касание нам надо. Огнево. Ну, это не надо. Портал. Я даже не знаю. Шелковое касание нам надо, потому что мы можем высадить всякие деревья и все на свете. Это тоже как одна из целей, то есть мы как бы тоже что-то получили из этого. Да. Какие координаты? Так, а мы куда идем? Мы вообще в правильное место идем?
Да, мы идем, по-моему, к порталу, то есть к нулевым координатам. Поэтому даже хорошо то, что мы в эту сторону шагаем. Так, а это та пирамида, да? Это случайно не новая пирамида, потому что она не похожа в ту, которую я лутал. Сейчас узнаем, в принципе. По-моему, это новая. Да ладно. Не, ну слушайте, ну в этой обязательно должно что-то быть хорошее. Так, есть. 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 Два седла! Есть. Вот прям вот отлично, вообще четко. И железо, и все на свете. Так, убираем, убираем. Два седла, это вообще крутяк. Это прям лучше не бывает. Так, еще это, какая книжка на что? Добыча 2. Неплохо. Яблочки всякие, кости. Блин, скелетов я слышу, вот это я боюсь. Так, прочность. На что поменять, я не знаю. Я хочу вот так вот сделать. И мне бы, пожалуй, блоков бы, чтобы подняться нормально, беспроблемно. Вот как-то вот так вот. И песочка, да, как раз, который здесь валяется. Сейчас поднимемся, да. Спокойненько. Вот это уже другой вопрос. Вот это уже другое дело. Так, все, я готов. Я сделал еще удочку с изгаженным грибом, да. И, в принципе, у нас есть еще кирка на шелковое касание. Я ее 100% должен сюда скинуть, да. Да и не только ее, вообще много чего. Да, в принципе, потому что здесь очень крутого много лута. И это точно нельзя терять. Так, надо сундучок, да, надо еще сундуки сделать. Так, 4, наверное, сделаю, да. Вот так вот, есть. И я не знаю, что этот кабан здесь бегает постоянно, вот реально надоело, но, в принципе, что тут... Ну, в принципе, он не агрится, поэтому что нападать на него. Так, ладно, в принципе, пускай тусуется. У нас, в принципе, все есть. Да, единственное, что возьму, это эндерперлы, которые остались у меня. И, наверное, блоков. Да, блоков, наверное, ну, вот такие возьму и незрак. Все, погнали, наконец-то время пришло. Я могу сейчас просто спуститься и что-то намутить. Что-то намутить, что-то сделать. Итак, наконец-то я могу на них покататься. Так, отлично, они сюда идут. Я вот так вот делаю, и я могу кататься, наконец-то. Смотрите, как он быстро катится просто, это жесть. Взял, остановился, блин. Вот, смотрите, прям вообще круто. Да, только надо поменьше сделать поясовку, а то, блин, прям лагает, да, в этой лаве. Вот так вот, смотрите, катается, да. Вот это дело, да, вот этот страйдер. Вообще крутяк. Вот я, например, хочу добыть золото. Да, вот мне хочется добыть золото, и как бы, почему бы не попробовать. Так, немножечко подъедь, и я сейчас вот так вот блоков поднаставлю. Только мне единственное... А, нормально. Все нормально. Блин, а как тебя это самое закрыть, чтобы ты никуда не убежал? Вот это у меня вопрос. Я, конечно, могу тебя грибом приманивать. Иди сюда. Седло мне верни, пожалуйста, и другой вопрос будет. Ты куда? Ну, блин, с этим, блин. Не понимает меня, понимаете? О, ты неси по лаве меня. Достижение получил, нормально. Так, не убежишь, тварь. Ну, хотя ты не тварь, ладно, ты хороший. Мне просто хочется это золото добыть. Заколоченное, или как оно называется? Золоченый чернит. А, кстати, смотрите, я же его в виде Иисуса добываю. Его, может быть, переплавить можно? И, типа, я получу золото? Слиток золота. Это, конечно, не точно, но это возможно. Просто интересно. Узнать? Так. Что-то будет здесь или нет? Хрена себе они агрятся, блин. Вроде как свинозомби должно быть похеру, когда я блоки ломаю обычные. Но я ломал золото. Ой. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте, а вы кто такие? Так, надо не забывать то, что это 1.16.3, и здесь как бы новые пиглины появятся. Под названием опасные. Так, тихо. О, как красиво! Как красиво здесь! Я хочу здесь жить. Так, ой, так, отлично. О, арбалеты. Так, я это самое, я отступаю, да, до свидания. Я не хочу здесь больше гулять. Я хотел просто покататься и посмотреть, что за золоченый чернит. Потому что это какой-то другой чернит. Не совсем стандартный. Так. Вот я правда забыл, как тебя зовут, блин. Вот как тебя назвать? У него какое-то название такое было, ну, такое, типа, хорошее. Я не помню реально. Так, а что ты не ешь больше? Так, отлично. Смотрите, как несется прям, вообще жесть.
А вот искаженный лес, блин, я 3 миллиметра проехал, блин. И тут сразу искаженный лес. Нифига себе. Чё так просто-то? И я выложил кирку, да что такое, да что так все не везет-то мне, блин. Я выложил специально кирку, чтобы... Если что, вдруг... Так, а ты чё, это самое, не бежишь-то? Беги давай. Беги-беги. Да. Вот смотрите, как разогнался. Его, видимо, кормить надо. Правой кнопкой мыши нажимать. Что, в принципе, я и делаю. Да. Блин, сейчас спокойно бы за минуту... Так, а где мне это самое можно добыть? Где мне можно спокойно быстренько подняться и потом спуститься? Какие координаты? Вот это я тоже не знаю. Где-то здесь. Вот так вот могу сказать. Так, ну ты должен разгоняться, по идее, сейчас. Так, ну вот туда нам надо, да? Вот туда, да? Так. Блин, жалко тебя тиять, нет. Тем более еще седло ты мне должен, да? Поэтому ты сюда поднимись, пожалуйста. И как у тебя седло забрать? Вот это тоже вопрос у меня такой к тебе. Как? А как у него седло забрать? Убить, что ли? Но я не хочу. Блин, прости меня. Прости меня. Прости. Я не хотел. Ну, пришлось. Я не знал, как с тебя снять его. Седло, блин, бедный. Да. Ой-ой-ой, гаст. Тихо-тихо, гаст, опасно. Опасно, что гаст идет. Так, блин, ну я не знаю, что. Что-то у меня блоков даже нету. Как подняться, блин? Неужели, блин, так все близко, так все просто оказалось? А я, блин, что-то мучился раньше, понимаете? И как-то я не знаю даже, что сказать. Да. Как-то так. Да, в искаженный лес непонятно зачем ходил. Короче, нафиг мне эти деревья сдались, знаете? Вот нафига мне эти деревья сдались? Просто сейчас домой пойдем и как бы... И как бы будем бежать, потому что я сейчас сдохну. А, нет, только не в дом! Падла! Вниз! В дырочку! Не стреляй! Спасибо. Спасибо, что не попал в дом. Ладно. Смотрите, что мы сейчас делаем. Я вообще хочу разгадать тайну. Я беру золоченый чернит и хочу его пережарить. Переплавить, точнее, правильней. Я этого сделать не могу. Почему? Без понятия. А что мне с ним делать? Золоченый чернит. Что мне с ним делать, реально? Это как блок просто? Для красоты или что? Смотрите, как я могу сейчас сделать. Я могу сейчас пойти сюда и добыть красный блок. Багровый нилий. Нилий это называется. В принципе, мы на нем немножечко покатались, да? У нас теперь есть, видите, всякие стебли искаженные, всякие другие приколюхи, да? Можем вот так вот переделать дерево и... Сделать, например, какую-нибудь крышу, например. Почему бы и нет? Вот так вот красиво, да? Нам, конечно, особо не хватит. Но вы посмотрите, как это выглядит красиво. Просто все такое синенькое. Прям вот реально. С красным прям вот очень хорошо подходит, да? Вот так вот просто. Вот так вот поставить немножечко. И как бы смотрится намного все круче, чем было. Я не знаю, сейчас посмотрим, конечно. Я сейчас застрою это все дело. Но... Слушайте, ну чем-то, в принципе, прикольней. Чуть-чуть круче. Конечно, если бы я старался, было бы красивее, но на самом деле это фигня какая-то, да. Но выглядит реально как-то круто. Ты чё так близко подлетел, тварь? Я буду бороться. Если увидит, конечно, у меня. Кстати, мне нужно... Это, конечно, опасно, но я сейчас попробую... Быстренько съел и сейчас попробую его убить. На, тварь! Есть, точно в цель. Итак, ребята, я думаю, то, что сейчас все-таки надо вырастить дерево искаженное в этом биоме, то есть около нашего дома. В принципе, почему бы и нет? Это будет такой финальный этап, то есть мы как бы это сделаем, как бы получим, можно сказать, какое-то достижение, да, типа сделаю, наконец-то доберусь нормально до искаженного леса с помощью лавомерок. Да, я вспомнил, как они называются, не страйдеры, а лавомерка. Я реально не знаю, что я забыл их название, как они называются. Короче, ладно. Смотрите, у нас есть светокамень, я сразу заправил, и сейчас, смотрите, я немножечко отсортировал. В принципе, у нас есть плюс арбалет, блоки. Взять бы эндерпёрлы, есть ли еще? Потому что эндерпёрлы это действительно, блин, нету. Это плохо. Ладно, давайте что-нибудь забьем, там топой какой-нибудь и так далее. То есть я что-нибудь сейчас скрафчу. Например, реально топойку сейчас один сделаем, и сделаем, наверное, мотыгу.
И что еще взять? Может быть, лопату взять или не надо? Можно, в принципе, взять. Давайте не будем брать. В принципе, я возьму зелье огнестойкости, потому что я могу. И теперь не будет страшно падать в лаву. Вот действительно, вот наконец-то я не буду этого бояться. Делаем. Так, хорошо, в принципе, ну, оставлю эти вещи. Я думаю, что я не упаду. Еда есть, в принципе, все есть. Даже еще вот возьму. Видите, у меня тут куча еды. Просто надо не забывать ее брать. Вот, возьму два яблочка. Это на всякий случай. То есть, если вдруг, то есть, нападут мобы, то как бы можно сразу отбиться. Потому что я что-то раньше никогда огнестойкость не брал. Не знаю почему, вот забывал, видимо. Хорошо, погнали. У нас здесь искаженный вот этот грибок, но он пока что нам не нужен, то есть я не могу вырастить из-за того, что у меня нету нилья. Но теперь у нас есть кирка на шелковое касание, я сейчас могу просто спуститься, и все как бы будет хорошо. Так, лава мягкие, вот они, лава мягкие. Сразу зелье огнестойкости, отлично. И берем каменную кирочку, чтобы нормально спуститься. У меня теперь эндерперлов нету, поэтому будем действовать очень осторожно. Так, есть. Блин, ну я что-то, видите, тут как-то опасно спускаться, если честно. Хотя нет, постепенно спускаюсь. Тихо! Вот это не очень, конечно, хорошо. Ты что, издеваешься, что ли? Я же в аду. Я же в аду. Какой обычный мир. Слушайте, вот вы не поверите, но я сейчас, кстати, я сегодня думал о том, то, что я... типа, по идее, если я в аду нахожусь, то я должен спамниться благодаря якорю этому, да. А не благодаря, как бы, кровати. Потому что я нахожусь в аду, а не в обычном мире. Это что вообще за дичь? Короче, ситуация такая, то что я заспавнился в обычном мире, как вы уже поняли, и я решил то, что ну далеко как бы бежать, и я понял это сразу и начал использовать креатив, потому что действительно не так все как бы и просто, то есть да, можно было бы сейчас потерять вещи, но как бы знаете, не хочется делать такой финал, то есть хочется уже все-таки нормально покататься, сделать эту цель, да, добраться до этого дерева и так далее, и то есть как бы все. Да, это, конечно, не очень правильно, я понимаю это прекрасно, я правда, ну, как бы, простите меня, то, что я так сделал, да, с помощью креатива добрался сюда, но пришлось так сделать, да. Мне очень повезло то, что у меня осталось кирка на шелковое касание, потому что это бы я бы себе бы точно бы не делал бы уже, но, как бы, как вы уже поняли, у меня, видите, вещей стало меньше, то есть что-то упало в лаву. Например, а, нет, называк остался. Кстати, может быть, у меня все осталось? Этого я, кстати, не знаю. Может быть, неважно, короче, давайте уже быстренько сейчас покатаемся на лавовой мягке последний раз. Да, в принципе, я реально лоханулся, то есть это прям была моя ошибка, да чтоб тебя, ты меня уже задолбал, блин, ты чё падаешь, блин, постоянно. Да, так, иди ко мне, лавовая мягка, блин, короче, это жесть, реально, чё я падаю постоянно, блин. Короче, давай, 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 и вот я сажусь на нее, и сейчас мы идем туда. Там у нас искаженный лес, кстати, за мной другие лавомерки идут. Так, я ее покормил, давай, беги, беги. Блин, реально, что-то я это самое, я вообще туплю что-то в последнее время. Я в эти прохождения на самом деле очень часто туплю, я постоянно падаю, блин. Это просто, я не знаю, как это сказать, да. Это прям реально жесть. Так, надо попить зелье огнестойкости, это обязательно, и поесть. Быстренько, быстренько поем. Так, нормально. Что у меня, в принципе, есть? У нас, кстати, одна зелька пропала. Так, молодец, ты даже сюда забрался. Только подожди, подожди, а как тебя остановить? Стоп, стоп, слез. Вот я не хочу ее убивать. Вот что мне делать, чтобы как бы подобрать вещи? С помощью шифта или... Не, она реально не подбирается. Это что, прям Майнкрафт заставляет убивать такую штучку красивую? Лавомерку красивую эту? Или что? Я просто так понимаю то, что да. То есть я не могу никаким образом забрать, там, как у лошади с помощью кнопки инвентаря и так далее. Нифига себе у меня потратилось. Хорошо то, что я взял уже искаженные нили, и мне, в принципе, этого хватит. Только ты где? Ты где, ты где, ты где? Только не уходи. Это ты, да? Это ты, это ты. Да, это она. Хорошо, мне повезло. Я уже боялся то, что убежал. Так, есть, 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 давай быстренько, быстренько, да. Пришлось реально, ну, так вот, зачитить, я реально, я
прям, ну, как бы мне явно стыдно то, что пришлось вот так вот сделать, но что поделать? Есть, бежим. Я прям быстро очень добежал до сюда. Мы, кстати, может быть, возможно, сможем даже подняться немножечко. Она, конечно, медленно идет здесь. По обычной земле это лава мягко, но все-таки. Хотя, с другой стороны, мне сейчас куда бежать-то? Я могу там подняться. Давай. Вот плюс в том, то, что у меня сейчас огнестойкость. Правда, уже на 50 секунд. Зачем я выпил? Рано слишком выпил. Я на самом деле для безопасности. Да, ну вы видите, то, что я выпил зельку, я все равно умер. Потому что, блин, я как лох играю, если честно. Так. И в принципе, если раньше это больше, по большей части были какие-то шутки, то действительно в этом летсплее я доказал то, что я действительно играю как лох. Так, отлично, ты сюда поднимешься, надеюсь, не упадешь. Хотя, в принципе, с тобой ничего не будет в лаве. Это очень-очень большой плюс. Так, там это подняться. Я могу сейчас вот так вот побежать. Только она здесь особо, видите, не бегает. Я сейчас получу просто лавомерку своего домашнего питомца. Да, это вообще круто. Давай, беги. Я ее, если что, кормлю. Кликаю. Да. Так, помните, меня здесь убивали постоянно или не здесь это было? Но где-то ядышком точно. Так, давай беги. Давай. Бежит, кстати. Бежит. Постепенно мы, в принципе, поднимаемся, да. Вот такой вот, в принципе, финал, да. Немножечко грустный в том плане, то, что я реально в каждой серии погибаю, блин, и не один раз. И это реально, ну, не знаю. Это как-то неправильно. То есть, это эпично, это круто, да. Но все равно как-то не хотелось это в финале делать. И вообще еще так глупо. Ну ладно, что могу сказать, вообще, вам понравилось ли это прохождение или нет, это обязательно напишите, мне интересно вообще знать, действительно понравилось вам это или нет, дело. Так, ты поднимешься или нет? Так, есть, делаем вот так вот, ты поднимешься, хорошо, мать твою за ногу, ты чтоб тебя, я чуть не упал сейчас. Так, есть, я же почти ничего не вижу, блин, как же близко этот биом был, вот этот базальтовые дельты. Я думал то, что он намного дальше. На самом деле здесь реально, здесь очень быстро можно дойти. То есть это как бы я не знаю, почему так все долго получалось раньше. То есть я реально шел, я прям, ну как бы готовился как-то, то есть пытался нормально дойти, но не получалось. Так, вообще круто. Вот, по доскам, смотрите, бежит прям. Молодец. Есть. И как бы мы сейчас, наверное, даже осторожно спустимся. Так, давай, вот так вот, короче, пофигу. Извини, конечно же, ну ладно. Короче, у меня свой домашний питомец себе появился, который еще так плавно ходит. Так, мне бы лавы бы сюда бы, конечно, чтобы ему было бы комфортно вообще полностью. И еще знаете, что мы сделаем? Мы сейчас возьмем вот так вот и где-нибудь посадим это дело. Посадим дерево. Так, тебя забьем, пока что вот так вот сделаем. И оно, по идее, может само вырастить через время. Но пока что я хочу набрать лавы. Так, есть. Все, два ведра лавы. Это вполне ему должно хватить. Есть. Все, вот так вот пускай светится с помощью лавы. И надо быстренько, осторожно до верха дойти. Чтобы все как бы хорошо приключилось. У нас, если что, есть блоки. Это тоже плюс. Можем просто подняться и без проблем. Ну, короче, в этом Незе реально я каждый сей прям реально... заблудиться здесь просто без проблем можно. То есть это прям вообще хардкорное место. Я не знаю, реально, это прям тяжелый летсплей, если говорить честно. То есть я на самом деле здесь реально каждой серии какие-то, блин, удивления и так далее. Вот к этому я точно готов не был. Тут целая семья еще кабанов появилась. Вообще прекрасно. Так, ладно, давайте сделаем вот так вот. У нас теперь есть топор. И мы сделаем как-нибудь так, чтобы лавомерка жил, ну, более-менее, да, хотя бы вот так вот. Доски не сгорят, потому что это адские доски. Так, а как тебе... Ну, короче, я сюда сейчас тебя попробую направить. Давай, иди сюда. Ой, блин, уже думал, то, что он сгорел, блин, наоборот, ему тут хорошо. А ты чё с лавы-то уходишь? Давай здесь живи. Все, видите, он все здесь живет, только он все равно почему-то вылезает. Не знаю почему. Короче, у нас тебе появилась своя лавомерка, которая меняет цвета в зависимости в лаве или нет. У нас кабаны свои появились. И дом вообще красивый какой-то стал. На самом деле, правда, какая-то фигня получилась, но... Но, в принципе, так-то более-менее. У меня просто нету так много досок.
Так, и последнее, что осталось сделать, это сейчас кости. Кости, костная мука, ну и немножечко костей возьму. Оно только на искаженном лилии, как вы уже поняли, растет, и оно должно вырастется, наконец-то. Все. Я один раз кликнул, и как бы все. Готово. Искаженное дерево здесь есть. Просто прекрасно. Да. Теперь можно еще даже здесь где-нибудь вырастить. Вот так вот сделать. И есть еще плюс одно дерево искаженное. Просто круто. Посмотрите, реально красиво. Я давно хотел на самом деле это сделать, но оказалось немножечко сложновато. Зато я нашел такую кирку. И теперь все реально круто. Теперь наконец-то у нас есть деревья. В принципе, у нас 20 железа. Я бы сейчас бы наковальню бы сделал бы и как бы кирку бы вот эту бы починил бы. Но уже нету смысла. Хотя нет, я могу сделать. У меня теперь есть, в принципе, железо. Это, в принципе, будет реально неплохо, потому что, как бы, под финал сейчас сделать наковальню, и, как бы, это тоже какое-то такое достижение. И наковальня, зашибись. Надо еще золото, есть золото, вот. Хорошо. В принципе, реально пишите в комментариях, понравилось ли вам это выживание или нет, потому что мне, да, мы 4 месяца здесь выживали, и, как бы, да, сей не слишком много, но все равно, как бы, получилось интересно. Да и как бы круто то, что я еще дома могу этих кабанов убивать. Они потому что здесь все равно паникуют постоянно. Да. Есть и все. Всяких этих самых искаженных грибов везде посадить. Как бы вообще будет безопасно здесь жить. Потому что да. Так, а ну только на нилий делается. Ну давайте раз. Чтобы здесь уже никто не бегал. А то они реально надоели мне уже. Вот так вот сделаю, да, это, конечно, дома приходится делать, но ради безопасности можно и на это пойти. Как бы и это с какой-то стороны даже красиво можно сделать. Так, есть. Все, этот маленький кабан вообще сейчас боится, потому что, как бы, паникует. Потому что здесь везде эти искаженные грибы, блин, появляются. И как бы куда бежать, без понятия. Конечно, это не очень хорошо для него, ну ладно. Я надеюсь, то, что как бы он просто убежит. Я ему даю шанс. Вот, убегай, давай, убегай. Просто, и все будет нормально. Все, давай, беги. Он все, по-моему, он здесь жить будет. Он постоянно бегает туда-сюда. Ты что за мной бежишь? А, о, ест. Поел. Все, он больше не хочет. Но за мной он все-таки ходит. Ладно, в принципе, ребята, на этом мы будем заканчивать. Вот такое вот выживание у нас получилось. Я не знаю, что еще сказать. Последняя вот эта финальная серия не особо, наверное, получилась. Хотя тоже такая нестандартная, если честно. Вообще этот летсплей нестандартный. Я действительно постарался его сделать необычным. То есть, как бы, это выживание в самом аду, как бы, получилось. То есть, не просто в обычном мире мы начали, а потом уже в ад пошли. А именно все сделали здесь. То есть, в этом мире. Потому что здесь, как вы видите, реально можно выжить. И жить, как бы, и так далее. То есть, постепенно, помаленечку, но мы смогли дойти до этого. Да, как бы, это реально круто. В принципе, теперь у нас разнообразные всякие цвета здесь есть. Это тоже, как бы, ну, не может не радовать. Так, вот, я могу еще посадить. Еще. Ой, блин. Я мог так сделать. А, я только вот так вот могу сделать. Я землю могу сделать вот такую вот. Вообще круто. Магма-клуб. Здравствуйте. Нормально. Вообще весело. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом все. Это все, последняя серия. Больше серии не будет. Возможно, я какой-нибудь стрим сделаю здесь. Хотя это уже вряд ли. Скорее всего, либо в другом мире, либо вообще на другую тему. Там что-нибудь придумаю. Я думаю, то, что уже в этот миг я не зайду. Да, может быть, просто удалю и так далее. Короче, ладно, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр, ждите новых видео, буду проходить там всякие карты и так далее, то есть как раньше было, а то был какой-то перерыв, я в основном это прохождение и записывал и так далее. В принципе, ребята, все, всем спасибо, пока-пока, даже сейчас шлем могу снять, на защиту 4, кстати, зачаянный, это получается как железный шлем или даже как алмазный, в принципе, хоть он и кожаный, но по защите выходит то, что как алмазный. Всем спасибо, пока-пока. Удачи!